Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Законопроект о наказании за опасное вождение Госдума собирается рассмотреть осенью. Если поправки будут приняты, то агрессивных водителей начнут привлекать к ответственности с 2025 года. При первом нарушении лихачу будет грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей. При повторном – лишение водительского удостоверения на срок от 1 до 3 месяцев. Опасное вождение включает в себя частые перестроения при интенсивном движении, препятствование обгону, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала и другие маневры. Трасса 101. Определены легковые автомобили с пробегом, которые россияне покупали чаще всего в июле. В сегменте бюджетных машин на первом месте оказался Kia Rio со средним ценником 1 миллион 400 тысяч рублей. Серебро у Lada Granta – почти 700 тысяч. Замкнула тройку лидеров Lada Vesta – 1 миллион 100 тысяч рублей. В среднем классе наиболее популярной стала Toyota Camry, за которую просят в среднем почти 3 миллиона. В премиальной категории на первое место вышел BMW 5 серии – более 4 миллионов рублей. Трасса 101. Число зарегистрированных в России электромобилей перешагнуло отметку в 50 тысяч, констатирует агентство «Автостат». За последние 2,5 года число электричек в нашей стране увеличилось в 3 раза. Самой распространенной зеленой легковушкой является Nissan Leaf – 15,5 тысяч штук. Далее идут Zikra 001, Tesla Model 3, Evolut iPro и Volkswagen ID4. Трасса 101. И дилеры «Хавейл» начали продавать новый внедорожник H9. За версию с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 218 лошадиных сил придется заплатить минимум 4 миллиона 300 тысяч рублей. Цены на дизельную модификацию 2,4 литра 184 лошадиных силы стартуют с отметки 4 миллиона 800 тысяч. Трансмиссия в обоих случаях автоматическая. В базовое оснащение входят принудительная блокировка заднего дифференциала, трехзонный климат-контроль, передний и задний парктроники, камеры кругового обзора, внедорожный круиз-контроль и так далее. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».